техники специально оставляют. Твою мать. Такие участки дорог разбитые, чтобы каждый раз из бюджета деньги. Возглавляют эти конторы, кто занимается так называемым ремонтом. Никто иной, как бандюки. С которым я вчера имел честь столкнуться. Большой был.
бабочки летают. Кончилось, что ли, е-мое, 32 километра. Thank you.
дороги, я имею в виду. Дорожный указатель напоминает А-370, трасса Лена А-360, трасса Уссури А-370. Вечный ремонт дорог, он никогда не кончится. Пока воры к нему будут иметь отношение. Или нельзя вот эти ямки засыпать, а строители. Thank you.
ремонт.
всегда мечтал о звездочке в европейском стиле. Папа Дурова снимал сериал. Проектом займется продюсер Александр Роднянский. В экранизации «Кода Дурова» расскажут о событиях с зарождения ВКонтакте, да почти что продажи Mail.ru. Японский дизайнер придумал носки с дыркой на большом пальце, но не протерты в процессе носки, а сделаны специально. Он считает, что это позволит увеличить срок их жизни и уменьшить влияние производства на окружающую среду. Это были новости, о которых говорят. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся через час, и я расскажу тебе о других интересных событиях. Спонсор выпуска. Здравствуйте. Я хочу, чтобы вы запомнили одно слово. Трекресан. Лекарство для лечения ОРВИ. Трекресан. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Красавцы, молодцы. Ярослав Парамонов и Никита Марков. Я думал, не дождусь уже момента. Сразу хочу отбить три ситуации. Во-первых, если Петров мечтал о гнездышке, почему он купил квартиру? Во-вторых, в Японии создали необычные носки. Представляете заголовок? В Японии создали обычные носки. Все умерли от доски. И третье, почему? Ну, типа, дырочка на пальце, потому что, ну, в Японии же все сенсорное, скорее всего. Прикинь, как удобно. Раз, переключил телек, как в этих видео, где девушка задирает ногу и закрывает багажник своей машины, то теперь можно будет это делать, вынимая ногу из сланца, да, и пальцем аккуратненько нажимая на кнопочку багажника, чтобы она закрылась автоматически. А меня больше заинтересовала, конечно, новость про сериал про Павла Дурова, «Кода Дурова», как начиналось все, как он строил свой ВКонтакте. И что первое хочется сказать Паше перед стартом сериала? Верни стену! Это будет массовый коммент у него прямо под постами про этот фильм. А еще я жду очень сильно кадры, слово, сцены в замедленном действии, когда он разбрасывает купюры, создание Зингера, в Питере все красиво. Тогда я увидел, тогда я узнал, как выглядят деньги. Но поймать не получилось, там просто так же запечатано. А у меня появились друзья, хоть виртуальные, но друзья. Спасибо, Галя. Спасибо вам, ребята. Ты была великолепна. Ну, как всегда, впрочем. Приходи обязательно. Почему же? Супер. Спроси у них, когда они пускают один раз. Я тут кассеты, я был завайв прямо сейчас. Доброе утро. Красавцы, электрокардиограмму можно всего за минуту. Для этого установлены кардиокресла. С их помощью можно проверить сердечный ритм, не обращаясь в медицинское учреждение. Для получения услуги на экране необходимо ввести номер страхового полиса УМС и следовать простой инструкции. Готовая кардиограмма в виде медицинского документа поступит в электронную медкарту. Также ее смогут увидеть терапевты, профильные специалисты. При обнаружении патологии гражданину придет СМС с приглашением на очный прием. Частные прокатчики в Красноярске ограничат скорость электросамокатов, сдаваемых в прокат. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД города. На всей территории максимальная скорость 25 км в час. Есть ограничение до 20 км в час. Также ограничение скорости в 15 км в час действует на Вантовом мосту, соединяющем центр города с островом Татышев, и тротуары на проспекте Мира. Прокатчики электросамокатов будут устанавливать в приложениях ограничение скорости. Если мощность транспортного средства менее 250 ватт, то его скорости не регламентируются правилами дорожного движения.
Сотрудники зоопарков Новой Англии США начали вакцинацию видов животных, восприимчивых к ковиду. Об этом сообщается на сайте зоопарка. В первую очередь будут привиты приматы, тигры, львы, баксы, хорьки, а также североамериканские речные выдры. Вакцинация будет проводиться двумя дозами. В июле сообщалось, что зоопарк американского Окленда начал вакцинировать своих обитателей препаратами этой компании. И последняя облачная погода. Кратковременные дожди ожидают в Москве сегодня. Воздух прогреется до плюс 12 градусов. Как сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, погода в столичном регионе обусловится влиянием климатической депрессии. Температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы до конца сентября. Всего за последние 4 суток столица выпала 40 мм осадков. Это 62% месячной нормы. Спартака.